Монголия – страна тайн. В ней кроется неимоверное количество загадок. Степи ее полны мудрости, а монастыри – просветления и спокойствия. Слушая народную музыку, хочется оседлать коня и отправиться покорять мир. Одевая национальную одежду, чувствуешь себя частью культуры и окунаешься в прошлое. Буддийский храм дарит спокойствие и пробуждает к философии. Именно это и привлекает туристов и студентов из других стран. Они проникаются монгольской культурой настолько, что соблюдают все монгольские традиции даже у себя на родине. Мы будем справлять цагансар у себя дома в Чехии. Накроем настоящий монгольский стол, приготовим бузы, баранину и суутайцай, и позовем родных и друзей. Думаю, что еще мы оденемся в национальную монгольскую одежду. Мы уже делали так раньше, но сейчас мы знаем немного больше о монгольских традициях, потому что жили здесь. Каждого в Монголии привлекает что-то свое. Кого-то широкие степи и низкое звездное небо, а кого-то буддизм, самая философская религия. И праздник все хотят справлять по-разному. В этом году я буду справлять цагансар в буддийском храме Дашчойлин. 4 или 5 дней буду присутствовать на молебне. Потом я пойду в гости к кламе высшего сана. Мы будем кушать буз, и я буду более глубоко знакомиться с монгольскими традициями. В Монголии живут люди разных национальностей, и многие из них буддисты. Индусы будут справлять цагансар по своим традициям. Буряты также будут готовить бузы и встречать праздник всей семьей. Многие из них пойдут в гости к своим друзьям. Но всех этих людей объединяет одно – любовь к Монголии. Я из России, и цагансар буду справлять со своими монгольскими друзьями. Надеюсь еще больше узнать о культуре Монголии. Я люблю Монголию. Хаме Монголия се пьяре. Мама ради монгольско. Хэппи цагансар. С Новым годом. Хэппи. Мы любим Монголию. Монголокнак minden jót, erőt, egészséget, boldogságot és gyarapodást kívánok. Алена Шадрина, Тушин Жаргал, Аист Монголия.